Всем привет, с вами Санёк, и сегодня я снова играю в самп на сервере Advance RP Blue. Мы продолжаем рубрику «Помощь новичку», и это уже третий выпуск. Остальные выпуски вы также сможете найти на нашем канале. Сегодняшний выпуск будет посвящен доставке патронов на военную базу. Объектом доставки патронов я выбрал Шамал, который в данный момент находится в этом ангаре. Пунктом назначения является объект под названием «Авианосец». Итак, после того, как вы получили разрешение на полет, вы можете спокойно отправляться за патронами на авианосец. Но для начала я поставлю метку в GPS и только после этого отправлюсь на авианосец. Сейчас. В общем, я не нашел, но пункт назначения я знаю. Думаю, вы все тоже знаете. Ну, по крайней мере, можете узнать. Итак, убираем ограничитель скорости. Нажав кнопку на М4, набираем оптимальную для взлета скорость и убираем шасси. Для этого нажимаем на кнопку на М2. И уже после этого летим спокойно до пункта назначения. Итак, мы уже около авианосца. И перед посадкой мы должны обязательно включить ограничитель скорости, выпустить шасси и притормозить. Итак, мы садимся на объект под названием авианосец. Посадка, как вы видите, проведена успешно. Дальше мы припарковываемся и отправляемся уже вглубь авианосца. Чтобы взять ящик, вводим команду pick ammo. Дальше бежим к нашему шамалу и вводим команду put ammo, чтобы положить ящик. Забыл сказать, что каждый транспорт максимально вмещает 5 ящиков патронов. После заполнения транспорта вы сможете спокойно отправляться обратно на базу. После приземления выходим из шамала, подходим к нему и пишем команду take ammo. Для этого мы берем ящик с транспорта. Идем с ящиком до склада патронов и заполняем его. Если не хватает патронов до максимального количества. Один ящик равен 300 патронов. Ну что, я думаю, я вам все подробно рассказал. На этом очередной выпуск подошел к концу. Надеюсь, я вам все подробно объяснил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Санек. Всем удачи и до новых встреч.